Америка благодарит Россию за спасение подбитого в Афганистане вертолета. Признательность выразил лично президент Барак Обама, сообщил сегодня официальный представитель российского МИД Андрей Нестеренко. 8 дней назад под Кандагаром после обстрела произвел вынужденную посадку американский вертолет «Чинук». Дальше лететь он не мог. Поднять его на другом вертолете не получилось, после чего военные обратились за помощью к пилотам российской компании, занимающейся перевозками в Афганистане. 40-градусную жару в разреженном горном воздухе. Это все затрудняет работу двигателей. Экипаж самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26 взял 10-тонный «Чинук» на внешнюю подвеску и пролетел с ним 110 километров. Да, ja, hij krijgt zoveel stof daar, denk ik, dat hij. Misschien dat hij naar de plaat gaat. Kijk daar, joh. Oh, dat is. Strak op te staan, dan is het feest. Sorry, om daarnaast gaan leren dan, maar dat kan niet, komt de grote bladen. Denk ik. Ik zie nergens mensen. Mensen die dat ding oversnijden of weet ik het. Ja. Nou, ik zie nou iemand lopen. De achterkant van de charger, hè? De voorkant, ja. What is this one?